Первый закон Госдумы после амнистии блокадникам вторую пенсию пробил. И сейчас он уже пятый год лежит в могиле после избиения. У него сын погиб. И Марочев 4 года лежал в параличе. И ни один из этих членов ЛДП и бывших госдумовцев его не навещали. Это я свидетельствую. А что конкретно вы сделали? Я ничего, я подошел там к Курносову, там чего-то вопросы. Я говорю, не трогайте Курносова, она наш лидер. Я вчера общался с ней. Нет, она вон там на грузовике, когда меня уводили, она еще была на грузовике. Просто я привлек внимание всех, чтобы ее так немножко остановили там. Хотя она организатор. Вот такие дела. А куда мы идем, я так не пойму. Куда и что? Только меня не бейте, я сердечник. Если я помру, то вас всех посадят. Имейте в виду. Помним мы и никогда не забудем, как воровали, народ предавали, убийцы великой страны. Салют, салют, позор, позор. День России – это позор России. Нашу страну СССР развалили негодяи. Я сам из Таджикистана. Беженцы и переселенцы сотнями убивали наших. И я защищал их интердвижением «Колокола надежды». Я не боюсь стоять за людей, за народ.